Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем игры в черепашки, ниндзя-легенды. Так, заберем наши награды. И меня опять сбросили. Сбросили меня аж до Лиги Сёгуна Франк 72-й. И сегодня, ребята, у нас воскресенье. Завтра уже будет понедельник. И я так понимаю, мы, наверное, топчик с тобой уже не возьмем. Да? Три дня меня не было, поэтому, ребята, вот такие у нас показатели здесь. Ладно, я попробую что-нибудь сотворить. Я, правда, не знаю, что здесь можно придумать. Как можно теперь из этой ситуации вылезти, выкарабкаться. Да чтобы еще попасть в Лигу Мастеров 3 звезды, ну это прям прям какой-то трэш будет. Хотя, еще раз повторяю, ребята, Бакинский у нас есть, откат я купить могу. Но одно дело, когда ты покупаешь персонажей топовых, да, ради того, чтобы отыграть маленьких. Или же придется отыгрывать всех слабеньких. То есть, получается, это по 5 откатов тратить за бой. Но это несерьезно, если честно. Во-первых, трата баксов будет офигенная. Во-вторых, я не вижу профита в этом деле. Поэтому все-таки будем отыгрывать наших слабеньких персонажей. Вот таких вот, как, точнее, 56-е. Вот, и за счет одного мощного. Как только заканчиваются у нас слабенькие персонажи, мы просто с тобой заканчиваем игру, и все. Завтра понедельник, перед работой, если ребята опять же успеют, то обязательно поиграем. Сейчас посмотрим, до какой лиги дойдем сегодня мы. Если до Лиги Мастеров 2 звезды хотя бы как-нибудь докарабкаемся, то это уже будет неплохой результат. Хотя, почему-то я сомневаюсь. Так, ладно, ищем 16-22. Потому что это... Вот, это пока лучшее, что нам могут дать. Возьму Майки, возьму Рафаэля, Донателло и... Да куда ты лезешь-то? И Лео. Хотя, подожди, можно сделать немножко и попроще. Наверное, мы сделаем вот так вот. Отыграем тогда... Раз, два, три. Посмотрим, выдержит ли муха удар от нашего противника. Тем более здесь не забывает две, даже три массовые атаки есть у персонажей. Это у Микеланджело, это у Бакстера Стокмана и, конечно же, у Ваньки Стиранка. Но это что такое? Это разве удар? Это, я не знаю, как назвать даже. Плюс еще морозилка, которая, соответственно, будет, ребят, хилять или ускорять. Но, скорее всего, она будет применять хил. Даже не знаю, что делать. Просто ударим. Ой, муха, зачем ты это делаешь? Так, Рафаэль уничтожает спринтера. Морозилка туда же улетает. Естественно, ну естественно, ребята, вот об этом я вам говорил. И осталось только Бакстеру применить волну. А, нет, слушай, нам повезло. Он не стал делать массовую атаку. На тебе плечом. Здесь, пожалуй, я хильну, потому что здоровья у мухи мало. Так, интересно, Шреддер забомбит Ванюшу, по идее, должен. Да, отлично получилось. И здесь... Ах ты! Я думал, что Майки уйдет к праотцам. Но ничего такого не получилось. Все, друзья мои, этот поединок нормально у нас прошел. Хотя можно было бы, конечно, его намного быстрее сделать. Но ты сам видел, какие я взял персонажей, у которых нет массовых атак. И почему-то нам дали всего лишь так мало кубков. Если я возьму Зека и Рафаэля... Так, а что? Зэк и Рафаэль, у них две массовые атаки на двоих. Этот бросает черепки, этот бросает бомбочки. Мне кажется, здесь все предельно ясно. Исход этого поединка. Ты посмотри. И добьет? Ну, кабан, как всегда, остается. Его вот так вот, Рафаэльчик. Своим томагавком по башке. Такой интересный у него топорик, конечно. И переходим. Нет, пока мы никуда не приходим. В плане три ступеньки дали. Вы что, совсем что ли там оборзели? Они с 36 на 33 меня переместили. Нормально? За целый поединок. Это уже начинает, ребята, игра ставить козни мне. Так, Ванюша плюс, наверное, Пиццелицы здесь поможет. То есть Ванька с гранатомета, Пиццелицы, если что, бросает свою плюху. В принципе, все. Они должны будут упасть. Куда ты бежишь, Майки? Ого!
Так. Да, вот просто пиццей по нему. Фига себе он ударил. Чуть было бибопчик моего не снес здесь. Но 24-е. Ну, таким темпом мы, конечно, будем с тобой до посинения тут играть, чтобы перейти нам в Лигу Мастеров 2 звезды. Они не хотят меня продвигать. Ой, извините. Так, Донателло плюс Бакстер. Донателло плюс Бакстер. И я надеюсь, мои-то ребята будут пошустрее, чем враги. Как ты думаешь? Ну, Донни понятно ходит первым. Хотя бы уронил бы кого-нибудь. Нифига, а если так? Прекрасно. Ну что, Бакстер молодец. Справился с поставленной задачей. И мы продвигаемся дальше. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, надеюсь, после этого мы перейдем все-таки. Так, 16-22. Значит так, берем кожеголового, берем... Да ладно, пускай будет Лео. Хотя зачем я здесь, ребята, беру двух? У них же уровень-то всего лишь 66-й. То есть мы до 70-го уровня, по-моему, справляемся одним из топовых бойцов. Зачем нам два-то? Чё-то я так тупить-то начал. Вот тебе и результаты. Не надо было там выпендриваться. И сэкономили бы с тобой откаты. И персонажи сэкономили бы. Ну, нифига, опять не дают. Чё, всего 10 ступенек, да? Нам на продвижение дают. Получается так. Всего 10 ступенек. Так, значит, сейчас будет один кожеголовый. И вместе с ним пойдут вот эти ребята. Вперед и с песней. Ну что, кожеголовый готов? Тогда поехали. Упс. Упс, друзья мои. Ё-моё. Кирби сейчас уничтожит. Да ладно. Да какого фига-то вы, блин, Кожеголовый, ты обосрался, я тебе скажу. Ты просто здесь обосрался, потому что ты не смог сделать, извини меня, добивку. 67 уровень он не смог положить. Интересно. Так, ну что, 94-я позиция. Так, ищем, ищем. А что, мне 16, точнее 17-23 не дадут, да, по ходу дела? Наверное, так оно и будет. Ладно, берем тогда Макмана и Слэша. Хотя лучше Супер Шреддера взять. Раз, два, три, четыре. Он один должен, по идее, справиться. За счет шипов, ну и за счет наложения постепенного урона. Сейчас попробуем. Ну да, постепенный урон, ребята, как видите, уничтожил их двоих. И смотрим, на какое место мы с тобой переходим. С 94-го мы прыгаем на 85-е. Хорошо. Продолжаем тогда. Беру Крэнга, беру Слэша. Нафиг не Слэш-то. Просто Крэнга. Раз, два, три, четыре. Сейчас попробуем. Ну, Крэнг, по идее, ребят, должен ушатать их. Причем на изи. Так сказать, без проблем. Сейчас мы проверим это дело. Да что ж ты будешь делать-то, а? Этот кабан постоянно выживает. Постоянно. Все время он выживает. Так, ну двигаемся тогда дальше. Мне бы до Лиги Мастеров бы сегодня 2 звезды добраться, но это уже, ребят, по-моему, нереально. А так было бы вообще идеальненько. Берем тогда вот этих двух. Макмана плюс Слэша. Ё-моё, у меня бойцов-то еще немерено. В принципе, до Лиги Мастеров, наверное, 2 звезды можно было бы добраться. Ну, еще используя откаты. Такой шанс есть. А за завтрашний день, если я, конечно, опять же встану перед работой, можно было бы попробовать зайти в Лигу Мастеров 3 звезды. Это было бы вообще идеально.
Именно для осколков, ребят, для платиновых. Так, 65 место, окей. Вот, 17-23 уже пошло. Берем Усаги. Так, ну тут уже противнички пошли посерьезнее, ребята. 71 уровень. Так что здесь придется нам, помимо Усаги, брать хотя бы тоже 70-ников, но не меньше. Потому что противник уже будет более живучий и более, так сказать, атакующий. Здесь надо вот этого, надо было морозилку мне. Давай проникающим ее. Слэш упал. И этих сейчас добьем, наверное, да? На тебе в пачу от железноголового. Ну, в принципе, ребят, здесь все отлично получилось. Итак, почти 50 место. Ну и прекрасно. Давай обновлять. Нет такого. А что вы перестали мне давать 17-23? Я не понял. Эй. Вот. 17-23. Ну что, мне придется откат делать, друзья мои. Сделаем на маузеров. И... Слушай, 73. Ну, по идее, ребят, ну, по идее, он должен лупануть. Ну, кто-то выживет, конечно. Кто-нибудь, да, выживет. Сейчас посмотрим, кто это будет. Ага, это у нас Рокстеди. А если мы сделаем так? Упс. Не прокатило, а так. Вообще не попал. Но если с разбега. Готов. Двойник Рокстеди, короче, уничтожил. Ну давай. С 51-го мы перелетаем на 41-й. То есть 10 ступенек пролетаем, да? Опять же, друзья мои, придется брать маузеров. Это одна из сильных единиц у нас боевых. Раз, два, три. 4. Вот так вот. Там уже 74-й ранг идет. Ха. Ну да. Сейчас посмотрим, насколько маузер и здесь будет крепок. Вот тут вообще великолепно. Он просто взял и всех вырубил. Как это объяснить? Не знаю, ребят. В нем пробудилась сила Чи. И за счет нее он вырубил их всех. Ну, может, захватить уже, а, свои... Вот, 17-23. Выбираем. Ну, нет, не хочу супершердера. Хочу именно маузерами доиграть. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, уже, как ты видишь, 70-ники у меня пошли. Вот, поэтому... Будет немножечко нам попроще. По крайней мере, они не так быстро будут падать. В отличие от 56-х уровней. Да и, как видишь, наши маузеры не дают им вообще даже шанса развернуться здесь. Все идет хорошо. Слушай, скорее всего, Лига Мастеров две... Да что с голосом-то? Две звезды будет. Вчера опять, ребят, маленько погудел. В баре. Вот, встал сегодня, видишь, какой-то... Мятый, помятый, голос грубый. Вот. Так что не обращайте внимания. А время сколько? Время у нас 4 часа дня. А пришел я с бара в 5 утра, по-моему. Или в 6. Уснул в 8. Так что вот так вот. Ну ладно. Так, давай 12-ю позицию. 14-я. Ну, возможно, возможно, друзья мои, хватит нам. А возможно, нет. Сейчас посмотрим, сколько бойцов у меня осталось. Раз, два. Три. Ну, понятно. Надо брать откат. И сплинтер у нас не отыгранный будет, получается.
Ну давай, лупи. Лупи, родной. Так, вот это уже неправильно. Есть. Ну куда ты? А, ты хильнуться захотел. Ну тогда тебе, парень, не повезло. Это тебя не спасет. Не уничтожила. Это вообще слабак какой-то. Змейковин добил. Ну что, друзья мои, давайте смотреть. А, кстати, у нас же сейчас еще появятся откаты 5 штук. Так, а фиг ли нам откаты 5 штук, если у нас, друзья, нету бойцов, кем играть. Так что... Так, паукус. Здесь забираем. Так, пройдите одно испытание. Ну, поехали, пройдем испытание. Здесь у нас все, да? Ну да, точно все, да? Друзья мои, тут уже до крынга. Как ты видишь, рукой подать. Так, возьмем, наверное... Да нет, не то. Возьмем, наверное... Так, так. Так, так. И вот так. Шваркну их разочек. Ну что, Ванька? Будешь, наверное, сейчас получать у меня звездюлей. Да ладно, он еще и выжил. Предположим. Что ж вы такие живучие-то, а? Ребята, я так не договаривался с вами. На тебе. Да. Так, на вторую волну идем. Ну, здесь желательно бы массовыми атаками, конечно, их всех затравить, которых у меня нету. Вот, есть только у Крэнга. И то это ракеты. Ну, ослабляющий эффект дают. Ага. А если мы вот так вот крипа накажем? Вырубили. И добили. Прекрасно. Слушай, ну давай тогда, наверное, и до Крэнга дойдем. Тут всего один поединок. Поехали. Так, возьму... Нет, 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 нет. Хотя пускай Рафаэль будет, фиг с ним. Армагон, Маузер и Крэнг. Вот такая вот суперзлейшая команда у нас. Сейчас будем наказывать их. Так, Ванька тут опять стоит. Так, я хотел Ваньку, а получилось в клан футовца. Ну-ка. Добиваем. Так, ну что, Ванек, ты готов? Раз тебе пошиячено. Вторая пошиячена. Так, он бросает гранату. Добиваем. В этой команде у меня хила нету, по-моему, да, ребят? Ну да, я пошел без хила. Зря. Очень зря. Так, ну что же, вот у нас и Крэнг собственной персоны. Еще хихикает там что-то. Такой делаш вылез он мне здесь. Ну, начнем с валуна. Да и пол хп сразу снесло. Так, дальше делаем. Опа. Теперь так. И добить остается. Вот и все. А мы даже не дали ему шанса сходить, сделать ход. Просто идеально. Ну, как-то так, ребят. Давай заберем награды. Ну, тут ничего новенького для нас нету. Да, 100% завершено. Поехали, открываем по одному. На персонажи даже, ребята, не смотрю, потому что они все у меня есть. Я больше смотрю все-таки вот на эти награды. Угу. Ну, неплохо. $30 плюс... сколько тут? 10 тысяч мутагена. 64 пиццы. Нормально. Это мы забираем. Так, дальше идет у нас поднятие персонажа. Кстати, а сколько у нас мутагена? Ага.
Так, друзья, пиццерицы получает у нас 96 уровень. Теперь нам нужно сделать поединки, да? Идем на нашу Кунаичи. Где-то она. Вот. Так, и начинаем докачивать скиллы. Значит, здесь надо, ё-моё, дофига чего надо здесь. Давай попробуем видеомагнитофоны найти. 10 штук. Так, один есть. Второй. И все? Так, третий. Четвертый. Пятый. Вообще еле находится, ребят. Да. Да хорош. Так, по-моему, шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И последний. Десятый. 10 магнитофонов. Короче, потом надо будет 14 кружек и 4 кристалла еще надо будет найти. И как там, маяки они называются. Ну вот, друзья, как-то так. А у нас еще, по идее, в мощь. Поехали. Попробуем с тобой. Блин, нам... Я, наверное, не буду, ребята, брать 61 уровень. Пойдем такой командой. Да, я не спорю, мы в меньшинстве. Но это лучше, чем, извини меня, они будут бомбить слабо. Да и эти-то, в принципе, ребят, 70 уровня тоже. Не знаю, смогут ли они тут выстоять против этих двух боссов. Граниторы и как их там звали? Еще как-то, уже забыл, как его звать-то. Пока своими силами не будем тратить суперудары. Так. Ну, паук здесь, конечно, слабоват. Так, и последняя волна. Это два брата-акробата. А, Крэк, по-моему, и Гранитор. Вот их так звать. Ну все, 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 здорово, да, поздоровались. Давай теперь. Поехали. Ну тут-то мы их быстро ушатаем. Упс. Ну понятно, бьют самого слабого. Этот упал. Мне кажется, что на второй поединок даже суваться не стоит. И этого достаточно. Снаряжение, мощь. Ну что, давай попробуем найти. Нам нужно эксперт снаряжения, ребят. Вот оно, сразу выпало нам. Ну-ка, если тут глянуть. 80-80, блин. Да я боюсь, что они паукуса будут бомбить. А если без него? Ну, давай попробуем без него сходить. В меньшинстве, опять же. Ну так есть хоть какой-то шанс, ребят, пройти. Рафаэля, если еще к тому же на провокацию поставить, это вообще будет топ. Так, ну здесь, конечно, бы лучше массовую атаку применить. Давай вот так вот сделаем. Угу. И вот они, последние два брата. В общем, что мы делаем? Я ставлю, наверное, Рафаэля на провокацию. С супершреддером делаем с тобой массовую атаку. Я думаю, что этого должно хватить. 80 уровень, да, я не спорю. Мощные ребята. Но, тем не менее, давай смотреть. Воу. Странно, на этот раз почему-то Шреддер ударил намного больше и нанес им урон намного мощнее, чем в прошлом бою.
Не знаю, хотя враг на 10 уровней, извините меня, был сильнее. Так, ну что, поиски идем. Так, снаряжение, мощь. А все, ребят, все. У меня закончился сыр, к сожалению. Так, ну что, друзья мои, тем не менее, результаты сегодня у нас получаются следующие. Лига мастеров — одна звезда. Не хватило нам немножечко буквально до двух звезд. Возможно, что завтра мы все-таки сможем, ребята, попасть в 3 звезды. Но там еще нужно будет задержаться на этом ранге. Так что на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.